Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников и скульпторов. «Шалость». «Шалость и покой». Джон Уильям Годвард. 1895 год. Холст масла 58 на 130. Джон Уильям Годвард, английский живописец. В 1912 покинул Англию, переехал в Рим, но уже в 1919 вернулся на родину. Художник пользовался поддержкой Лоренса Альтадемы, однако критика была настроена против его работ. Из-за травли рецензентов в возрасте 61 года Годвард покончил с собой, оставив записку с фразой «Мир слишком тесен для меня и Пикассо». На большинстве сохранившихся полотен изображены красивые женщины в восхитительных интерьерах или ландшафтах. Годвард изучал археологию, собирал артефакты, нередко запечатлевал их на своих картинах. Очень любил писать шкуры животных, полевые цветы и мрамор. В представленной работе «Шалость и покой» молодая рыжеволосая девушка лежит на тигровой шкуре, постеленной поверх мраморного парапета. Фон полотна, отделанный разными сортами мрамора, интерьер. Сидящая рядом красавица щекочет спящую. Обе одеты в полупрозрачные платья, стилизованные под хитоны, которые носили женщины в Древней Греции. Ну вот такое описание к работе «Шалость и покой» Джон Уильяма Годварда я нашел в интернете. 1895 год, холст масла. Пользовался текстом «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Красивая работа, до свидания.